Вот смотри, я не скрываю. То есть вот у меня осталось антидепрессант флуоксетин и нейролептик тирлиджен. Сейчас покажу. Тирлиджен. Вот. Ну а теперь я буду принимать дешевый очень нейролептик. Этот лучше, наверное, чем тот. Но тот зато дешевый. Мне выписал врач. То есть мне врач посоветовал его принимать. Труксал называется. Ну, так принимаю одну таблетку нейролептика. Это лекарство. Это не наркотик никакой, никакого счастья от него нет. И отечественный флуоксетин фирмы Озон. 20 миллиграмм там капсула, они совместно действуют, убирая, ну там, комплексно действуют, и все, вот у меня заканчивается, запиваю водой. Да, смешно я сделал, да, звук такой. Смешно, да? Смешное, смешное такое звучание. Ладно. Я просто не скрываю ничего. Я не знаю. Ну, в России, конечно, опасно это, но... Просто пойми, что в других странах другая культура, и там это нормально. Или, например, в Индии жить с мамой, бабушкой, с целыми семьями, поколениями, это нормально. Миллиарды людей так живут. А если здесь, я скажу, что я живу с мамой или с бабушкой. Хотя Россия тоже как бы нищая, ну, нищая относительно страна. А Индия хотя бы там постоянно жарко, тепло, они могут выращивать там постоянно что-нибудь. А здесь вообще ничего не выращивать здесь. И здесь почему-то это считается зашкваром. Хотя миллиарды людей живут с родителями, счастливы и нормально. Просто задумайся об этом, прежде чем издеваться там, смеяться. Ну, хотя можешь смеяться, издеваться я не запрещаю, наоборот. Выплеснуть.